Мир Божий вам, братья, сестры, матеря, друзья. Все, что знают, что есть такое мир Божий, знают, что есть такое мир Божий. Приветствую вас всех любовью Бога Отца и любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир Божий пусть вам умножится. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях, водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, ведет меня на стези праведности ради имени своего. Если я пойду даже долиной смертной тени, не будет зла, ибо ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил для меня трапезу при виде моих врагов, намастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так милость и благость будет сопровождать меня во все дни жизни моей. Я пребуду в доме Господнем вовек. Во имя Иисуса Христа все змеи, скорпионы, вся сила вражья, демоны, идите в бездну в стадо свиней. Слепые пусть видят, глухие пусть слышат, немые пусть говорят, прокаженные очищайтесь, болезнь, рак и любые другие, уходите прочь. Внутренние и внешние части тела пусть появляются, которых нет. Шрам уходите от пореза, ударов, либо чего другого, ожогов. Зубы пусть новые появляются. Мертвые воскрешайте, и бедным пусть будет возвещена Евангелие. И блажен тот, кто не соблазнится о нем. Щедро берется верою на каждом континенте, в каждом народе, племени, языке, в концах земли, в каждом царстве. С построением можно этого, что я послан только погибшим овцам дома Израиля. Не годится взять хлеба у детей и бросить псам. О, женщина, велика вера твоя, пусть будет тебе, как ты хочешь, так же мужчина или дитё, который верует, что псы едят, могут сказать, что я послан только погибшим овцам Израиля, они могут сказать себе такое, что псы едят крохи, падающих со столов Господ. Вот есть такая причина, то язычники, да, язычники получили исцеление тоже. Поганин. Неправильный пусть делает еще неправду. Поганин пусть опоганивается еще. А правильный еще делает правду, пусть свой дает освящается еще, своими словами. Я иду за благо каждому. Натан говорил, так Давид сказал, что смерть тому человеку. Говорю, это ты этот человек. Приближим мы к церкви пятидесятницы, моление иных языков, дар исцеления. Мы приближим к церкви пятидесятницы, именем Иисуса из Назарета, вставай и ходи, прославляй, не сиди. Именем Иисуса из Назарета, вставай и ходи, прославляй, не сиди. Сидел слепец протянутой рукою, ни друг, ни брат не мог ему помочь. Страдал и телом, все проходили, бежали мимо. Пришел Иисус, и тьма бежала прочь. Где Иисус, там радостью все дышит, сбывается блаженный плащ и утешится. Уходит тьма, приходит сила свыше. Там мир, там жизнь, куда Иисус войдет. Нечист, нечист, кричал знак прокаженный, слепой, немой, безмолвно слезы лил. Слепых коллег неслися в небо стоны, пришел Иисус, и тьма бежала прочь. Где Иисус, там радостью все дышит, вайца блаженный плащ не утешится. Уходит тьма, приходит сила свыше, там мир, там жизнь, куда Иисус войдет. И в наши дни немало так узнали, как сладок грех, как мучит он своих. Когда в бессилии Господу воззвали, то он пришел, и тьма бежала прочь. Где Иисус, там радостью все дышит, дается блаженный плащ и утешится. Уходит тьма, приходит сила свыше,
Хаммер, там жизнь, куда Иисус войдет. Бог есть любовь, о, какое счастье, Бог есть любовь, любит Он нас. Пусть каждый радостно поет и славит Его, пусть славит. Бог есть любовь, Бог есть любовь, вы греху служили, Бог есть любовь, Он вам радость дал. Пусть каждый радостно поет и славит Его, пусть славит. Бог есть любовь. Иисус Христос умирал за меня, мой Искупитель, через Него мне Бог спасение дал. Пусть каждый радостно поет и славит Его, пусть славит. Бог есть любовь. Славьте Бога, славьте вы душею, славьте, славьте жизнью всей своей. Славьте вы Бога, славьте вы Бога, слава вечная Ему. Его Сын спас нас от смерти, на Христе пролил святую кровь. Славьте вы Бога, славьте вы Бога, слава вечная Ему. Наше гасло, Пан я с нами, Его сила с нами чонж. Мы дедицы гаслу Тего, у кухани разом с ним. А наше гасло, Пан я с нами, Его сила с нами чонж. А наше гасло, Пан я с нами, Его сила с нами чонж. Нехай громы, громы хают, наше гасло, Пан я с нами. А наше гасло, Пан я с нами, Его сила с нами вчонж. А наше гасло, Пан я с нами, Его сила с нами вчонж. Мы дедицы гаслу Тего, у кухани разом с ним. А наше гасло, Пан я с нами, Его сила с нами чонж. А наше гасло, Пан я с нами, Его сила с нами чонж. Жди весело, каждоденне слунка світ. Красната цеста, то єсть Його, людські будем веселить. Жди весело, каждоденне слунка світ. Красната цеста, то єсть Його, людські будем веселить. Отець сам веде за руці, помага нам ждицьки іц. Жди весело, каждоденне слунка світ. Красна та цеста, цо єст Його, ждицьки будем веселіть. Я щиро тебе дякую, Господь, збавіцель мой. За духа, что за знакою ты дав души моей. Я дякую тебе, что вызвали мяне жить сюда без конца, прогнавши духа зла. Святый мяне спявнил и в сердце поселил, копьем моим житьем повсюду кировал. Я щиро рад тебе дякую, надія ти моя. Я дякую тебе, що визволи мене жить сюда без конца, прогнавши духа зла. Святий мене спявнив і в серці поселив, капіон моїм життям завсюди керував. А чему чистый? Смотри, не рассказывай никому. Найди, покажи священнику и дар принеси, который месяц заповедовал им во свидетельство.
Я приду и исцелю его. Истинно говорю вам, даже среди Израиля не нашел большой такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и с запада, и сядут в Царстве Небесном с Авраамом, Исааком и Яковом. И же Царство будет брошено в ену огненную, будет там плач и скрежетание зубов. И как поверил ты, так тебе случится. Лисица имеет норы, тисы небесные гнезда, сын же человеческий не имеет, где и головы положить. Иди за мной, я стал мертвый похоревать своих мертвецов. Почему мы возли маловерны? Идите. Будь бодр, сын, прощай себе грехи твои. Что же вы думаете о лукавом сердцах ваших? Что легче сказать, прощай себе грехи твои, или сказать, встань и ходи? Но чтобы вы знали, что сын человеческий имеет власть прощать грехи на земле. Встань, возьми постель свою, иди на свой путь, свой дом. И за мною. Дорогой не нуждаются врачи, но больные. Идите научитесь, что обозначает. Милостью хочу, но не жертвы. Ибо я пришел звать не праведников, но грешников покаянию. Могут ли сын чертова брачно постить, пока с ними есть еще жених? Когда с ними есть жених, постить не могут. Но придут и дни, когда жених заберется от них. Тогда они будут постить теми днями. Никто не обшивает латки на новой старой дыре. Ибо то, что приложится, возьмет, и рабу еще хуже. И вино молодое не вливает старые мехи, а то мехи разорвутся, вино разольется, мехи прободут. Вино молодое вливает новые мехи, одно и другое сбережено будет. Будь бодра, дочь, твоя вера спасла тебя. Отойдите, ибо не умерла девушка, но спит. Верите ли вы, что могу сделать это? Соответственно, вашей веры пусть случится вам. Смотрите, никому не рассказывайте. Жатвы много, а делателей мало. Так молите господина жатвы, чтоб выслал своих делателей на ниву. Господин жатвы, вышли своих делателей на ниву. Благодарны. Отче наш, сущий на небесах, пусть светится имя Твое, пусть придет царство Твое, пусть будет воля Твоя на земле, как на небе. Вера служи, дай нам сегодня, прости нам долги наши, мы прощаем ожидам нашим. Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое царство и сила, и слава веки. Аминь. Если людям простят долги их, то просит и вам, Отец ваш Небесный. А если вы не будете людям прощать, то Отец ваш Небесный не просит вам долгов ваших. Не говорю тебе до 7 раз, до 70 раз по 7. Поэтому Царство Небесное подобно одному царю, который захотел сделать подсчет своими рабами. Когда он начал подсчет, был приведен ему один раб, который был должен 10 тысяч талантов. А что он не имел с чего отдать, его государь решил продать его жену и детей, и все, что он имел, заплатить долг. Да, этот раб упал к ногам его, вопрошал его, говоря, потерпи мне, я дам тебе все. И мы расселся с ним, государь его, и отпустил его, просивши весь его долг. Вышедший от него, он встретил одного из своих товарищей, который был должен ему 100 динариев. 100 динариев. Схватившись за горло, он душил его, говоря, отдай мне то, что ты должен. Тогда товарищ его пал к ногам его и вопрошал его, говоря, потерпи мне, я дам тебе. Но тот не хотел терпеть, отдал его в тюрьму. Друзья этого, который попал в тюрьму, увидели, что несправедливо он поступил своим товарищам, рассказали это своему государю, господину. Этот господин призвал его, этот государь, говорит, ты раб лукавый, я тебе просил 10 тысяч талантов, ибо ты просил меня, не надлежало ли тебе простить своему товарищу 100 динариев? И он велел своим состязателям бросить его в тюрьму, пока не даст всего долга. Так и с вами Отец Мой Небесный поступит, если вы не будете прощать долгов своим должникам. Отче наш, сущий на небесах, пусть светится имя Твое, пусть вперед царство Твое, пусть будет воля Твоя на века, не веру, что служим, даем сегодня, прости нам долги наши, мы прощаем должникам нашим, не веди нас в свое искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое царство и сила, и слава веки. Аминь. Если людям просят долги, кто просит вам, Отец ваш Небесный, а если вы не будете людям прощать, то Отец ваш Небесный не просит вам долгов ваших. Очень пришел час, послал сына своего, чтобы сын простал тебя. Тогда он власть над каждым телом, чтобы он дал жизнь вечную всем тем, которые дал ему. Жизнь вечная – это та, чтобы знать тебя, одного истинного правдивого Бога и просто тобой Иисуса Христа. Не молю, чтобы взял из этого мира, чтобы сберег их от зла.